На прошедшем в бассейне спорткомплекса «Олимпийский» в Москве чемпионате России по плаванию Евгений Рылов установил новый рекорд Европы на дистанции 200 метров на спине – 1 минута 53,81 секунды, тем самым превзойдя свой результат, показанный на Олимпиаде в Бразилии, где он завоевал бронзовую медаль. Слишком сильно ждал этих соревнований, когда я понимал, что у меня есть довольно большие шансы выиграть, себя перенакрутил, и не все сложилось. Был очень сильно зажат эмоционально. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем сборная Московской области в составе Евгения Рылова, Никиты Лобенцева, Ярослава Никулина, а также Ивана Гирева, который тоже является воспитанником бассейна «Дельфин», завоевала серебро. Сейчас ребята готовятся к следующим соревнованиям – чемпионату мира по водным видам спорта в Будапеште. Сейчас мы проводим тренировки в «Дельфине». Потом мы буквально на несколько недель уедем в Турцию, сделаем работу. И после поедем в горы в Армении. То есть Женя достаточно хорошо реагирует на горную подготовку, да, когда мы работаем в горах на недостаток кислорода. И после он сужаемся, мы будем сужаться на базе озера Круглое. Это у нас в Подмосковье, да, уже со сборной России, не по индивидуальному графику. И все вместе командой поедем в Будапешт. По словам Андрея Шишина, к каждому спортсмену необходим индивидуальный подход. Главный козырь Жени Рылова – техника, которую пловец развивает год от года. Ну и, конечно, любому спортсмену необходима поддержка. Я все время вижу своих болельщиков из Видного, из Развилки, из Ненецкого района. Нам же мало организует там небольшой кортеж, приезжает очень много детишек, тренеров тоже с Видного, из Развилки. Очень приятно видеть. Пожелаем нашим пловцам удачи. Чемпионат мира в Будапеште пройдет с 23 по 30 июля.